О, ребята, едем, едем. Блин, уже стемнело. Темнеет очень быстро сейчас. И холодает очень быстро. Блин, такой закатик хороший, а. Так красиво. Сейчас бы на улице бы градусов 30, да? Лето, зеленую травку. Блин, такой бы был бы кайф, а. И куда-нибудь в путешествие отправиться. Вообще был бы просто кайф. Сейчас на заправку зайдем, посмотрим. Посмотрим реакцию, кстати, ребят, на заправочке сейчас, как это реагирует. О, чётенько. Так, перчаточки на цилиндр. Так, сколько там бензика-то? Ну, плещется, блин. Ну, не знаю. Здрасте. Бензинчика можно, да? Давайте мне, наверное, литров 10, не знаю, войдет, не войдет. 92. Да, 92. Ну давайте сделайте. Кадр, а? Зимой на мотике, че, пацаны, нормальненько. Ну, по идее, пятера должна уйти сюда. Пятера, да, кстати, на Татнефти уже бенз желтый. В этом плане Башнефть у нас рулит. Литры 9? Да ладно, ведро. Че, реально, что ли? Вы че меня? А, тут же на 18 литров. До полного здесь бывает. О, все, ребята. По красоте. 16, 17, 18. По красоте. Фух. Издалека гонишь? Чего? Не, не издалека. Та-та-та-ра-та-ра-тай. Полный бак, 16, 17, 18. Ну, возможно, возможно. Возможно, не посмотрел я, ребят. Фонариком надо было светануть. Я не светанул. Все, ребята, полный бак бенза, пробег 108, надо запомнить, насколько хватит. Все, пацаны, погнали дальше. Вы удивились, конечно, ребята, зимой на мотике. Ох, нифига себе, здесь уже что там, жесткая авария, офигеть. Оттаскивают. Калина, короче, залетела под фуру, ребят. Прям. Короче, парнишка насмерть, пацаны. Так и еду, ноги на цилиндрах. О, вот, ребята, блин, ноги поближе маленько поставил к коробке. Тепленький воздух подул. Вот это кайф. Реально. Да, пацаны, я был прав, короче. Когда едешь в гору,
и даешь газ, карбы замерзают. Сейчас я еще, короче, газу дал, скинул на третью, дал газу, у меня детонация сильная в движке, прям такая, прям слышно, как, короче, прям смесь детонирует. Карбы замерзают, бензина не хватает, топливо, воздушная смесь бедная. И вот, короче, поэтому все вот так вот, ребят. Что могу я сказать? В принципе, все идет по кайфу. Вот, сейчас я еду на родник, сейчас уже темно. Смотрим на закатик. Закатик, ребята, желтенький. Все было красиво, все было по красоте, да? Но, блин, уже темно. Диодные противотуманки светят вообще топово. Еще у меня лежит одна, ее осталось поставить на крыло коляски. Крепление уже установлено. В общем, ребята, поехали, блин. Я еду в кроссовках, пацаны. Блин, в кроссовочках. Короче, весь такой модный, да, в кроссовочках зимой. Но, блин, пацаны, все-таки холодно. Нужно одевать специальные зимние ботинки, которые у меня лежат дома, но я их почему-то не одел, ребят. Селфи-палочка, держись. Селфи-палочка, держись. Вот, тронулись со сцепления. Чисто одной левой рукой, так как правой я снимаю. Давайте сейчас под гору идем, переключимся на вторую. Вот, и все, ребят, поехали. Съемочки идут. В общем, смотрите сами. Все по кайфу, ребята. Еду на родник. Уже темно. Но, блин, темнота, ребят. Она, знаете, она нам не страшна. Я вот, если честно, когда выезжаю на Урале, если полная темнота, я сразу, ребят, вспоминаю годы войны, как раньше немцы ездили на таких мотоциклах. Немцы же ездили, блин. Почему я не могу, ребят? Война была, люди не боялись, люди ездили. Мороза не боялись. У них никаких обогревов ручек не было, да? Они просто были одеты, и морозы были за 30, за 40 градусов. Ничего же, ездили. А я уж, блин, 20 градусов, что, 18? Да вообще ни о чем, ребят, ни о чем. А так все по кайфу, пацаны. В принципе, одной рукой можно рулить, и нормально. Так, 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 так. Опа, здесь, ребята, здесь смотрите, куда мы едем. Сейчас я скину на первую. Хотя не, на второй пройдем. Первую уж слишком. Просто приторможу маленечко. Здесь речушка вон идет, слева небольшая речка. Опа, дрифт. Дрифт. Уральский дрифт. Нормально, нормально, нормально. Давай, давай, Уральчик. Все нормально. Опа, заезжаем в лесок. Ребят, уже темнота нормальная такая. Заезжаем мы в лесочек. Друзья, блин, тут колея. Блин, одной рукой еду, рулю. Вообще офигеть. Я надеюсь, там что-нибудь видно все-таки, да, пацаны? Ракурс подобранный маленечко, да? Ч,
что там, собаки лают, что ли? Бездонный родник. О, ребята. Я на бездонном роднике. Так, все, селфи-палочку убираем, пацаны. Вот он, бездонный, соблюдайте чистоту. Чистоту мы соблюдаем всегда. Так, ну что, попробуем проехать, ребят. О, свежие следы. Не знаю, от какого зверя. Я думаю, мы обратно-то поднимемся. Здесь, в принципе, должны заехать, ребят. Блин! Что-то я скольжу прям. Я скольжу конкретно, ребят. Просто колесо юзом идет. Так, а где сам родник-то? А, вот он. Пусть мотоцикл работает, пацаны. О, водичка текет. Нормально. Чистая, хорошая вода, ребят. Без всяких примесей. Чистейшая водичка. Это хорошо. А что, мы вот так поставим? Не, мы ее так не поставим. А, лес. Где такой иней на деревьях. Хороший вид, красивый. Я, ребят, очень люблю природу. Но могу сказать честно, большинство людей... Ой, это что-то я вижу, там отражается что-то. Нифига себе, ребят. Там действительно что-то отражается, прикиньте. Может, там кто сидит? Офигеть. Не знаю, кто там. Но ничего страшного. Мы же ничего плохого-то не делаем. Просто набираем воду. Могу сказать честно, большинство людей, ребят, сидят дома. Вот. Большинство моих знакомых. Покатушки вот эти вот на моцике зимой. Мерзнут, ребята, просто мерзнут. Но смотрите-ка, моргает что-то там такое. И так сильно моргает, знаете. Просто люди мерзнут, боятся, блин, выезжать. Привыкли просиживать диван. А я, ребят, нет, я люблю движение, потому что движение... Это жизнь. Вот. Движение – это жизнь. Движение – это кайф, ребят. Дома сидеть каждый может, но не каждый может встать с дивана и куда-нибудь поехать. Тем более на мотоцикле, да тем более зимой. Вот. А мне это, ребят, по кайфу, если честно. Опа! Все, что? Вот. Ну все. Все нормально. Раз, два. 10 литров есть. Все, ребятки, закрываем. Люлечку. Сейчас оденем уже тепленькие перчаточки. И самое важное это нам подняться сюда.
так как здесь я уже проехал не первый, там уже утоптано все, ну я имею в виду уже разъезжено, и соответственно по накатанной мотоцикл плохо идет, так как я резину еще не зашиповал, ребят. Все, very good. Так, все, спасибо, родник, за святую воду. Благодарю. Так, давайте наберем разгончика, чтобы выехать вообще с первого раза и на второй передаче. Не, ну давайте на первый хотя бы. Не, ребята. Не так-то все просто подняться. Нужно выезжать именно со второй. Именно со второй надо. Так. Все, ребят, погнали. Офигеть, я не могу подняться, пацаны. Вот это, блин, контентик. Так, тогда возьмем справа. Да, заехал я, ребят. Так, весь вес на заднюю ось. Офигеть. Офигеть. Мне вот чуть-чуть не хватает, прям чуть-чуть. Так, если вот здесь я развернусь. С первой, наверное, все-таки попробуем, пацаны. Ну, давай. Все, меня понесло, блин. Блин, где тут тормоз? Фу. Офигеть, ребят, чуть не перевернулся. Фу, трешняк. Реально со второй надо натяжечку идти. Фу. Не, ребят, почти заехал. Тут из такой-то попадает, а? А, это проводки. Офигеть, пацаны. По-моему, аккумулятор подсаживается. Фух. Так, давайте еще разочек попробуем. Вторую. Блин, вторая. Где-то там. А, это шуба мешается мне, вот это. Жесть, ребят, не могу выехать, прикиньте.
Ну, давай, урочек, тащи. Жесть, даже не доехал до того места. Фух, да что там с тормозом-то передним? Подкусывать что ли его? Снега накидать? Или вот оттуда разогнаться попробовать? Надо попробовать разгончика взять. Ну это по-любому, ребят, со второй передачи. Нет, отсюда точно не смогу я набрать инерции. Вот, вот скорость. Ну давай. Блин, придется по обочине сейчас гребсти. Что за тормоз, блин, ё-моё, передний. Пропадает, аккумулятор подсел походу. Фу. Так, трешево продубас. Сейчас буду тогда на обочину идти слева. Да, зря спустил. По укатанке не идет нифига. Так, где там вторая? Офигеть, ну вот чуть-чуть прям мне не хватает прям. Ребят, жестко. Еще камера сядет, блин, будет печально. Блин, надо разгона набрать так нормально, блин. Если разгона наберу, то заеду. Колесо можно приспустить еще. Блин, неохота приспускать. Вообще жесть. Давайте вот отсюда что ли попробуем. И вторую. Давай, уральчик. Ты же можешь многое. Давай, братан. О! Если его подталкивать сейчас. Не, ребят. Не заходит. Ну, уже попытка сделана, блин. Только бы не сел в аккумулятор, а. Давайте еще разочек. Только на второй, блин. Где там лапка-то, блин? Не могу я с этой шубой, блин. Рукавка от нее попадает, блин. Вот, вторая, пацаны. Давай, Урал! Давай, братуха! Братан, давай, Урал! В середину выезжаем, цепляйся, братуха! Первая! Давай, братан! Давай! Фу! Вот это жесть! Вот это жесть! Фу, ребят! Фу! Пусть маленько остынет. Фу, ребята! Вот это жесть. Тихо. Бегашит, коллектора трещат от жары. Вот это жестко, пацаны, жестко. Жестко, ребята. Очень жестко. Да. Темнота, правда, ребят, но эмоции у меня вообще жесть. Ладно, пацаны.
Так, ладно, друзья. Что-то здесь какие-то странные звуки пошли. Надо отсюда ехать. К одному в лесу. От трассы километров, наверное. Километров, может, 5. Может, не 5. Вот. С перчаточки у меня разогрелись. Ой. Сколько времени-то вообще? Так. Ага. Время 5:30, без 26. Что могу сказать вам, пацаны? Рискованное это дело, конечно. Так. Проводки вышли из разъемчика обогрева руля. Конечно, ручку открутил до изнеможения. Ну, ребят, зато, как говорится, мы с вами кайфанули, да? Не, ну если честно, я уже думал, то что, блин, что фары-то не горят, а все. Нет, ребят, если быть честным, я уже думал, я не поднимусь. Но я уже чисто, знаете, начал так вот, как бы это, блин, сказать-то. Уже чисто так вот на адреналине, да? Начал заезжать. А по уму, ребята, по уму. Если аккуратненько, не спеша. Если вот был, если был бы день, я бы, наверное, вторым бы вариантом воспользовался. Аккуратненько, не спеша. Подсыпал снежку. Вот. Убрал бы из люльки воду. Все-таки вес как-никак на люльку идет. 20 килограмм все-таки. Килограмм уже важен. Уже килограмм уже влияет уже на это. Вот. Я бы убрал бы воду бы с люлечки, да? Подсыпал бы снежку, подспустил бы колесо. Мотоцикл бы чуть-чуть бы остыл. Вот. Я бы разогнался там, где деревья. Включил бы вторую бы. Или бы на второй бы уже начал вообще. Со второй бы тронулся бы и поехал. Как я сделал, в принципе, вот сейчас со второй. Потому что, блин, с первой просто... Блин! Какая здесь колея? Вот. И все, ребят, я бы, возможно, бы выехал с первого раза бы. Возможно бы выехал. А так, видели, с какого раза я выехал? Это просто трэш. Ну ничего, в принципе. Опа, лишь бы не улететь, блин, в речку. Но ничего, ребят, нормально. На середину вот выезжаешь, где снег лежит, он прям прет нормально вообще. Даже не буксует. А по накатанке хуже всего. Тем более еще резина не шипованная. Если бы торчали шипы хотя бы по миллиметру, да, грубо говоря, было бы норм. По накатанке плохо идет. Шлифует. А вот где первый снежочек, так прям идеально идет. Вот видите, ребят, я прям буксую, да? Это вот, между прочим, мой след вот здесь вот после. А, нет, это не мой след. Все, ребята, нормально. Выехал, ребят. Вот, видите, ребят, на середину выехал, все. Мотоцикл начал ускоряться вот.
Прямо что начинает кидать из стороны в сторону. А по накатанке надо газ вообще держать. Просто его нужно зафиксировать, да? Чуть-чуть сцепление поймали. И зафиксировали газ. И все, больше газовать не нужно. Фух, нормальненько. Сейчас еще по трассе ехать прилично. Ну ничего. Я, ребят, если честно, разогрелся так нормальненько. Мне прям так чуть-чуть даже жарковато. Вот, как бы кровь начала циркулировать. Да, все-таки резину нужно шиповать, как ни крути. Опа-опа, куда меня вынесло-то? Что-то я, ребят, уже... Блин! Все уже, пошли там кочки, прыжки. Что-то, ребят, надо, все. Я уже тут начал уже, как говорится, блин, на расслабоне ехать. Вот такой вот, ребят, такой вот вечер в поисках адреналина. И поэтому у меня, ребят, видео называется «В поисках адреналина зимой на мото». Сегодня так я себе нормально нашел адреналинчика, да?